Canon Cat пожаловала к нам прямиком из секции самых интересных приложений прошлой недели, избранных цензорами Apple. Кошак-супергерой смело погружается в некое подобие пушки, висящее посреди чистого неба. По нажатию в любом месте экрана кошка вылетает из жерла и устремляется по баллистической траектории в ту сторону, куда был направлен ствол. Перелетая из одного места в другое, нам и нашему протеже стоит приложить максимум усилий и собрать всех рыбок на уровне. За скорость и факт спасения нуждающихся нам начисляют искорки — милое название для внутриигровой валюты. В игре всего две локации с четырьмя десятками уровней в каждой. Судя по всему, в скором времени выйдет обновление, добавляющее еще одну локацию. Незамысловатую и увлекательную аркаду Canon Cat можно назвать самой интересной игрой прошедшей недели. Попробуйте и вы.